Приятная зимняя погода, угощение от администрации Никольского поселения, боевое настроение участников и многочисленные болельщики. Что еще надо для хорошего хоккея? Только увлекательная игра. За кубок главы поселения по хоккею в этом сезоне будут сражаться 6 команд. Сборные Старого и Нового городка, а также команды из Шарапова, Ершова, Голицына и Чистов. Открыл состязание глава Никольского поселения Юрий Супрунов. Он пожелал удачи, красивой игры и пошутил, чтобы обошлось без драки. На что в рядах старогородковцев последовал ответ: «Не обещаем». Руководитель администрации поселения Константин Косик вручил командам подарки – новую форму и коробки с шайбами. Прозвучал гимн России, и мериться силами на лед вышли первые команды. С самого начала поединка команда Старого городка начала вести счет. Однако участники команды Нового городка не спешили сдаваться. Счет 4-0. Сейчас попробуем, может быть, зацепиться еще. Но там объективно вратарь очень хороший стоит. Но я думаю, сейчас поборемся еще. На то мы и мужики, играем в такой вид спорта. Несмотря на самоотверженную игру, команда Нового городка все-таки проиграла со счетом 5-1. Победители поделились секретом успеха. Все дело в тренировке. Подготавливались мы весь сезон в Можайском дворце спорта. В основном ребята все ездили. Вратарь у нас тоже хороший. Все ребята хорошие, защитники очень хорошие. В этот же день были сыграны матчи Чистцы-Голицына, счет 3-6, и Шарапова-Ершова, счет 3-10. Следующие игры, которые определят главного победителя и обладателя кубка, состоятся 6 февраля. Не пропустите. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».